Скажите, в чем мой интерес? Сделать вас уравновешенным гангстером? Слушай, на днях я увидел рекламу, там какой-то малец играл с парой щенят. Я плакал 45 минут. Как баба, только сисек не хватает. Я вам отказываю. Ты чмо со своим чмошным домишкой в чмо-таракане смеешь мне отказывать? Довольно. Ты меня заколебал. В чем дело? В чем дело? На моих глазах человек звезданулся с 7-го этажа в блюдо с лососиной. Что-нибудь разбил? Да, из него до сих пор выковыривают маслины. Бен, у людей случаются депрессии. Вот они и прыгают. Но я ни при чем. Утверждаешь, что это самоубийство. Он оставил записку. Студень, записку нашли? Нет, но через минуту найдут. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Вот я каким стал. Да, я развалина. Студень! Что ты лепишь? Здоровье мистера Витти не обсуждается вне семьи, тебе ли не знать? Хотел убить меня, завалил одного из парней. Наконец испортил тебе свадьбу. Представляешь, как я огорчен? Слышали? Я его друг. Идем. Подойду. Вдобавок я пытаюсь выбраться из чертова отеля, а ты крутишь мне ты яйца. Ты хоть себя слышишь? Черт, слышал меня бы надо. Ты себя! Я ожидал этого. С тех пор, как ты ступил в мой кабинет, жизнь стала кошмаром. А еще врач называется. Постыдился бы. Настоящий доктор не откажет страдальцу в помощи.